Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусенек, Крошка-крошка, Итучка. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Салам алейкум, братья. У нас на обзоре сегодня очень классный мод на монстров с игры Doom 3. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы сегодня мочим монстров и веселимся. Поехали. Первый монстр у нас Арч. Довольно-таки не... Что это сейчас было? Их двое стало, что ли? Их двое. Эй! Трое! Трое! Чё за бред? Вы чё плодитесь, пацаны? Ой! Что так? Гарри Смот, ты меня удивляешь! А вас тоже лагает? Да, мочите их быстрее, пока не Гарри Смот там не крашнули! Всех мочите! Какие-то ненормальные вообще! Хорошо, это получается монстр-плодитель? Ой! Да что? Опять! Гарри Смот, ты чё, бароном в хелд? Ой, чё он смотрит на меня? А, он добрый! О-о-о, вот это леша пробился! Не, пацаны, он не добрый, я пошутил. Что это за бычара? Да он нормальный бычара. Ребята, кто играл в Doom 3, напишите в комментариях, посмотрим, сколько вас. Ну такой, я скажу, мощный мужик попался нам. Давайте мочите их, потому что у нас на обзоре сегодня очень много монстров, мы должны всех успеть посмотреть. Опять плодятся? Да что ж такое? Ребята, это первый раз мы... Делаем обзор на такой мод, который подлагивает. Это очень странно. Но за то, что они нам крашат Гарри Смот, будем всех мочить. Следующий у нас Бруйсер. О, привет. Что за... У него зубы так прикольно сделаны. Вы видели? Ха-ха-ха, что за челепиздрик странный. Него... Он дамажит на большом расстоянии. Что за бред? У него зубы на ребрышко. Тогда. Да ты как дамажишь, урод ты морской. Дай, мочи, меня не надо. Я вот задаю, и тучки буду стоять, пусть и тучку мочит, мне не надо. А если с УЗИ обычного пострелять, я смогу его убить, мне интересно или нет? Ну! Я убил. Эй, молодец. Так, следующий у нас Черуб. Чебур хотел прочитать. Эй, это что за челепиздрик летающий? Эй, муха! Черяк, это какой-то... Ой! Прикольный челепиздрик, мне нравится. Я убил его. Не, не... Все, я убил его. Следующий у нас Командо. Ого, щупальчник. У него, кстати, эта щупальца должна очень вытягиваться на большое расстояние. А ну давайте посмотрим. А он не бьет ей? Не, вроде как вытягиваться должна. По игре должна. Да, вот чуть-чуть растягивается. Вот ему, а что-то у них жизни маловато. Ребята, ну сейчас посмотрим. Может дальше там будет что-то посерьезнее. Так, команда Chain Gun. О, это уже с пулеметом? Какой-то... Пулеметчик, который наносит 2 хп. Это странный пулемет. Чувак, у тебя очень слабый пулемет. Ты должен уйти отсюда. Совершенно верно. Да, сейчас что-то будет большое. Сайбер демон. Нифига, опять. Да есть такой даже гласный мод. Вы что, забыли? Да там все имба. Это базука у него? Классно подлагивает. Ну и что, это ж ребята горит слот. Все нормально. А что он там делает? Гусенек, ты прям под ногами там стоишь. Я его дамажу. О, давайте попробуем этот арбалетика, можно его замочить? Реально, а что у него на спине там? Давайте посмотрим. Кусок быка как-то. Кусок жопы? Да. Ого, базука стреляет. Че, ненормальный что ли? Кстати, у этого монстра много жизни уже. Он не знает, по кому стрелять. И туда, и сюда, по всем подряд фигачит. Мочите! Молодцы. Да, так, поехали, у нас просто демон. Черяк, как... Ой, опять. А есть такой, ну? Ну вот, да. Ай. У него металлическая жопа. Защита. Ну да, когда по жопе стреляешь металлом, звенит. Молодец. Так, Guardian Seeker. Что это за летающая башка? Я так и не понял. Она не дамажит вроде бы, да? Как будто какой-то просто охранник. А, он просто ходит, да. А может он будет дамажить, если его атаковать? Ну, как хочешь. Наше дело предложить. Hell Knight. Тут тот же самый, который сейчас нас крашит. Ой, блин, я думал он не дамажит, он резко начинает бить, я аж испугался. Вот, походня как у гусенька. Когда идет со школы с пятеркой. Ну, надеюсь, в этом паке будут какие-то боссы, потому что реально хочется какого-то мощняцкого. АМП. О, челепиздрик, привет. Ага.
Слабенький. АМП Кравлер. Кроулер. Уго! Слышал, ну пусть у меня. Ага. У нас сегодня психи одни. Так, следующий у нас Маггот. У него за пупырышки, видите, прикольные такие на спине. Мочи гусанька. Там кровь гусанька на крылышках. О, кстати, да, гусанек, тебя сейчас зажарим мы после ролика. Гусанек, мы тебя жизнь спасли. После ролика всем по $1,000,000. Так, следующий у нас Манкубус. О, вот это может босс уже какой-то? Смотрите, базуки у него. Давайте посмотрим, как он дамажит, только не мочите его за 5 секунд. Что за Ого. Кисой. Это Максим после новогодних праздников. Объеденный жирдяй. Там магазин вышел. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд, пообщаемся. Заходите в наш Телеграм, потому что скоро в нашем Телеграме будет проходить розыгрыш Гаррис Мода. Так, Марина. Ага. О, такой проходняк, как будто он на каблуках ходит. Вам не слышно этот звук? Он мне да, слышно. А он не дамажит, кстати, это добрый. Он убегает. Он просто убегает. Думает, дайте посмотрим, может он в воду пойдет? А ну стой, не мочи, не мочи. А, все-таки он разозлился. Смотри, а, на гусанька загрелся, с одного выстрела мочит. Я его убил. Ай-яй-яй. Хорошо. Замочили быстро его. Так, следующий у нас Марин зомби, пацаны. Как вам такой челепиздрик? Такая. Это получается как тот солдат, только в зомби превращенный. Ну да. О, дайте его гранатой взорву, а ну-ка. А еще оно вот так вот. Ой, ой. Ну, ты молодец, типа. Прикольно подлагивает, мне нравится. Давайте на всякий случай очистим всю карту, потому что Гаррис Мод имеет свойство просто вылететь на рабочий стол. Так, Марс Сек Машин Ган. Ой, давайте гранаткой его реально закидаю. Я думаю, сейчас пойдет лагерь. Лагерь. Сальтуху закрутил, хорош. Марс Сек Пистол. А это с пистолетом чисто? Слышь, граната его ударила, что ли? По спине? Отойдите, отойдите. Ух ты, прикольно сальтухи крутят. Так, поехали дальше. Марсек Шилд. О, с щитом. Давайте по щиту постреляем. Ой. Не, подожди, давай, подожди, я сейчас поставлю только с пистолета в щит. У тебя щит беспонтовый, чувак. У тебя щит прост... Ну реально какой-то... А он вообще знает, что ему фейковый щит дали? О, поехали дальше. Марсек Шатган. С дробовиком уже. Ну-ка, вы убей, постреляйте кто-нибудь. Он вас лучше убьет. Вы стреляете. Вот по спине. Это была проверка, он не прошел ее. Ревенант. О, смотрите, он прозрачный. Что это за дрыг? Дурак, что ли, бить меня? Бей он, да гусанька бей. Не, вон, бей. Во, нормально. Кстати, у него, видите, туловище прозрачное, внутри видно кости. Дурак, что ли? Я свой был. Я ж похож на тебя, балди. Ого, что-то он делает. Вы видели? Он стреляет чем-то, да? Бросается как будто гранатами. Да отвали ты от меня, дурак. Ау. А, не хочешь похорон? На тебе гранатку. Смотрите. Нифига себе у него жизни. Так, хорош. Так, поехали дальше. Сабат. Ого! Чё это за та... Ой! Что? А что он сделал? А как это он сделал? Видели, как эта кабака вылезла? Может, у него есть какая-то анимация у смерти прикольно? Ну, в руки, смотрите, как штука крутится. А не так смешно смотрится, как какой-то белый гусь робота мочит. Да что? Вы видели, какая-то кабака вылазит под земли? О, я его гранатами забрасываю. На тебе, тварь. А, не нравятся гранаты? А я тебя не спрашиваю. О, прям под него кинул, смотрите. Так, короче, слышь, отвали от меня. Чё ты за мной? Чё ты за мной? И тучку мочи, Максима мочи. Он сдох, он сдох. А его можно физганом взять? А, ладно, он не хочет физганом браться. Поехали дальше. Савьер. О, бензопилист!
О, Гоня! Гусенек, похоже на тебя чем-то. Вы же гусенька не видели в реальной жизни? Это он. Блин, это прикольно, он смотрится. Пили его, пили. Он где-то на расстоянии, кстати, очень слабый, да. Картонный щелик. Центибот. Что это за чинчик? Эй, это что за хэдкраб переросток? О, прикольный, да, звуки издает? Но он не дамажит. А если чуть стрельнуть? Это тоже охранник, наверное. Да нет, охранник так не мочит. Хорош. О, сейчас что-то будет большое, а готовы? Давай, Spider давай. Master Mind. Ого, колобака! Нифига себе! А что-то у него как хвост или щупальца на спине. Ау. Да почему меня? Он бьет на расстоянии. И меня тоже отбьет. Давайте его гранатами забросаем, чисто гранатами. На тебе, тварь. Нюхай пебру. Как вы думаете, его гранаты вообще дамажат? Да. У него как мозги издалека это смотрится, реально. О, давайте РПГшечка. Он задрал дамажить, как он это делает? Ну, арбалетик в голову. Вот да. Ты смотри, слышишь, это как босс, да, пацаны? Реально на босса похож. А блин, вот смотрите, он как-то дамажит странно, вроде и пули же не летят, ничего не летит. Получается, как будто смотрит, ведь это время меня дамажит. А жизни много у него. Ой. Чем еще можно его? На. Буду тебе. Да хватит, чувак, меня дамажить, по 5 хп выносит каким-то образом. А у него жизни, может, 1010 вынесли, и нифига не кончается у него. Уже все в дыму, в пыли. Ой, красиво его попали в него, красиво. У него какой-то мозг сверху, если смотреть. Может, по мозгу надо фигачить? Можно попробовать. А, блин, он задрал 5 хп. Сейчас, пацаны, смотрите, прям жесткий нам попался. О! Вы видели, как он умирает классно? А ну-ка, давай его вот так убьем без айфа. А, ну давай, давай, оставлю, а ты его сразу админским пистолетом загаси. Ой, я умер. Ага. Ай. Гусатюк. О, нифига. О, а в конце тогда были как будто искры какие-то такие интересные. Так, ладно, следующий на стик. Еще какой-то паучок. О. У него такое лицо стрёмное, как человеческое. Прикинь, такое увидеть в погребе. Ой, Гусатюк, извини, ты виноват сам. Хорошо. Трайд. О, еще один чилипиздрик. Вот это вы отлетели красиво, мне понравилось. О, ребята, сейчас что-то будет жесткое. Вагари. А, на картинке он такой грозный, а это просто жук с жопой. Жопный жук. Как эти называются люди, которые типа Росома... ловить? Нет, плывущие от коня или как там, короче. А, кентавр. Да, типа кентавр. Это только не кентавр, а кент конь. Кент паук. АР-2 шарыла, мне кажется, он не выдержит. Ах ты жопа, пролетел. А, все, все, все. Растворила. Так. Z-Sec Machine Gun. Мочи, мочи его. О, нормально меч твой мочит. Так, Z-Sec Pistol. Такой какой-то, да, ни о чем. Ты его просто монтировкой забил. Z-Sec Shield. О, так это бронежилет картонный, помните? Правильно я сделал. Z-Sec Shotgun. Все, он горит, кстати. Да горит нормально. А то вы его поджигаете или он сам это горит? Я его поджег. Зомби. А ну-ка, зомби. Нате. Слышь, лящинкой вырубил меня. Так, и последний у нас зомби Т-Shield. Ну что, ребята, давайте по старой схеме мы сделаем одну тему. Мы сейчас всех их взорвем, потому что как-то ролик без взрыва, да, ну такое себе, если честно. Ну ни о чем. А их там много. Так, что, пацаны, ладно. Готовы к взрыву? Давай. А, полетела бомбочка. Кидай одну. Мне кажется, одной вообще бомбочки хватит с головы их уничтожить. Три, два, один. Вот это мощняцкий взрыв. Я так и понимаю, что у паук, да, остался? Нет. О-о-о. А он не умер разве? Да нет, не хотит. Капец. Дай мне еще раз подальше. Три, два, один. Я прям по башке ему дал бомбой, по спине, вы видели?
Мне кажется, там от удара бомбы он, скорее всего, умер, а не от взрыва. Здесь еще есть живой зомби. Зомби вышел. А, реально. Что-то там летит. Ай. Все, зомби умирают. Блин. Умер? Там 100% все погибли. Ребята, вот такой вот у нас пак на монстров. Можете написать в комментариях, какой монстр вам больше всех понравился. Ну, мне понравился вот большой паук с мозгами. Это был классный монстр. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. Ой, кто-то здесь. Это слабо. Нет. А вот тебе нормально.